Заплати все долги вовремя и спокойно садись за руль, иначе аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» все равно распознает номера автомобилей и должников, и транспортное средство окажется на штрафстоянке, а водителю придется переквалифицироваться в пешехода. Фатима Даурова стала свидетелем такой трансформации. Среди плотного потока транспорта система «Дорожный пристав» в течение нескольких секунд распознает автомобильные номера, владельцы которых находятся в черном списке неплательщиков. Для правомерности процесса судебные приставы работают совместно с инспекторами ГИБДД, которые и останавливают указанный «Дорожным приставом» автомобиль. А взыскание задолженности осуществляется судебными приставами. Судебный пристав сначала объявляется должнику его права, объясняю, что у него есть задолженность. Если он отказывается оплачивать свою задолженность, составляется акт общего ареста, изымается транспортное средство и эвакуируется или оставляется должнику под ответственное хранение. В течение 10 дней он может это обжаловать или прийти и погасить свой долг. За несколько дней работы выявлено и арестовано 10 единиц автотранспорта. Если должники в кратчайшие сроки не предпримут меры по погашению задолженности, автотранспорт будет реализован и вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности. Владельцы автомобилей являются должниками по исполнительным производствам различных категорий – алименты, налоги, кредитные платежи, ЖКХ. И если водитель зарегистрирован в базе данных службы судебных приставов, то дорога окажется короткой, как, например, у владельца этой машины, которую отправляют на штрафстоянку. С утра был шофером и сидел за рулем, а в обед переквалифицировался в пешехода. По данному исполнительному производству был выявлен должник и составлен акт общего имущества ареста. И в данное время имущество изъято и эвакуировано. Дальнейшие действия будут уже проведены торги имущества. И оценка имущества как произведется, торги произведутся, дальнейшие действия уже будут исходя на этом. В основном реакция адекватная. Все понимают прекрасно, что если имеются долги, то рано или поздно, ну, если, соответственно, их не оплачивают, они попадают в службу судебных приставов и, соответственно, они взыскиваются. Приставы обращают внимание жителей республики, что в настоящее время прием наличных денежных средств в счет оплаты долгов не осуществляется, а погашение на месте может происходить только при использовании пластиковых карт через терминал, находящийся в служебном автомобиле «Дорожный пристав». Этот способ представляется наиболее удобным для водителей, которым не обязательно посещать отдел судебных приставов, чтобы оплатить задолженность. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.